Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Dominant Space, и сегодня у нас будет обзор на наборы серии LEGO Hero Factory первой линии наборов, которые выпускала компания LEGO, на такой вот набор, то есть на такого робота под названием, или как его зовут, Meltdown. Собственно, давайте начнем, и это у меня будет такой... обзор рандомный, так как у меня обычно выходят обзоры на наборы, которые сейчас у меня вот в тех вот коробках. Да-да-да, вот тех, и там все мини-фигурки. То бишь там со Star Wars, с Бэтмена, с Властелина колец, со всех, с Гарри Поттера, то есть с разных серий. Но что у меня не упаковано, то у меня осталось здесь. Если кто не знает, что я переезжаю, то есть я в этом... в своем первом влоге упоминал то, что я переезжаю, поэтому мне, собственно говоря, захотелось снять обзор, и что у меня было не упаковано и, в принципе, уже собрано, так это робот Meltdown. Я решил на него сделать обзор, почему бы и нет, собственно говоря. Так вот он выглядит. Здесь у него имеется такая вот пушка, которая двигается. Также сюда можно было вставлять шарики, он пулялся, но я его где-то потерял уже. Такие ноги, собственно, обычный такой бионикл. Далее там типа радиация и резиновая щупальца, если так можно сказать. И, в принципе, да, это все по роботу. То есть ничего в нем такого необычного нет, просто такой вот Meltdown. Роботы серии Hero Factory. Собственно, это все, почему я сделал на него на обзор. Потому что мне на что другое делать обзоры нечего, потому что они все уже сложены в ящиках. Но когда я уже перееду, я буду делать полноценные обзоры. Скоро жду я второго полугодия. То есть я жду августа. Во-первых, у меня в августе 21 числа день рождения. Правда, в полночь, но неважно. Поэтому я на свой день рождения закажу почти все наборы серии Star Wars, которые выйдут в августе, собственно говоря. То есть это будет стоить достаточно дорого, около 500 баксов, но мне сказали, что, возможно, мне их и возьмут. Я надеюсь. Также я собираюсь купить пару наборчиков из серии Ultra Agents, которая выйдет тоже в 2014 году, втором полугодии. Что ж, ждем, надеемся, ребят. С вами был я, Dominant Space. Всем удачи, всем пока!